Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений. Мой биткоин тубы. И я хочу в этом видео показать свои результаты и сделать вывод в режиме онлайн. Значит, так как я делала первый вывод, когда выводила 5.50, мне тоже быстро пришли как бы мои биткоин сатоши на кошелек. Давайте сначала закажу вывод. Так, нажимаю вот здесь вот Виндрав биткоин. Я буду выводить, у меня на балансе $14. Я буду, друзья, выводить, ставить сумму $10. Минимум на вывод $5. Так как я за $4 хочу купить пакеты. Но и как бы я наращиваю здесь, ну, вот эти монетки. $10. Значит, вставляю сумму. Далее сюда прописываем пароль, который указывали при регистрации. Я поставлю на паузу, пропишу пароль, так как он здесь высвечивается. И нажму на желтую вкладочку Виндрав то BTC Wallet. Я нажала, и у меня высветилась вот такая вот зеленая надпись, что в течение максимум 72 часа. Переводим на русский. Ваш запрос на вывод средств отправлен. Пожалуйста, подождите. Он будет отправлен максимум через 72 часа. Но то же самое было и в прошлый раз. Значит, возвращаюсь я в дашборд. И у меня на балансе $4. И я вот увеличу, вот у меня сейчас 31190 вот этих БВП монеток. И я хочу перейти уже на следующий уровень, следующую группу. Вот четвертое, что было. Мне уже нужно будет 48 тысяч монеток. Так, значит, возвращаюсь я в отпак. Ой, в отпак. Так, дашборд. Туршаза отпак. Сюда поставлю цифру я 4. Минимум $1. И я вот купила. У меня сейчас все обнулится. Станет 39 центов. Я как бы 4 пакета у меня куплено. Далее, что, кто не знает, как просматривать видео, мы сначала без вложений, друзья, здесь можно начинать, кто не знает, но нужно смотреть бонусные видео, такие вот бонусные видео, нам дают 10 видео по 10 БВП монеток. Нажимаете просматривать, если же здесь будет у вас написано, то, что видео недоступно, бывает такое очень часто, вот здесь красные буковки, нажимаете на эти красные буковки, и вам дается уже видео другое для просмотра. И мы вот ждем здесь вот 20 секунд. Далее появится зеленая надпись, вот такая, мы на нее нажимаем, и видео нам засчиталось. Вот у меня стало вот 42 тысячи. Мне все равно этого мало. Вот. И а для тех, кто не знает, друзья, если вы как бы купите, вернусь в дашборд, потому как у меня уже такое было. Я купила, была в группе, как бы я наращиваю. И я перешла уже, должно быть у меня здесь следующая как бы группа. Но у меня стояла предыдущая. Я писала в поддержку. Следующая группа появляется, друзья, не паникуйте, на следующий день. Если вот сегодня вы, например, если бы я купила, да, вот у меня было бы 48 тысяч, мне надо.
У меня, по идее, должно быть стоять уже четвертая группа. У меня бы стояла третья. И только на следующие сутки у меня уже стояла уже следующая группа. Надеюсь, и понятно. Ну так вот, кто без вложений, здесь, друзья, набираете, как я вам показала, на бонусные видео 1600 вот этих БВП монеток. И у вас появляются денежные ссылки. Ссылочки будут у вас по 1 центу. 10 видео просмотров – это 10 центов. Согласитесь, неплохо. У меня третья группа, и у меня идет по 6 центов. Также просматриваем видео. 20 секунд. У меня, как видим, можно звук отключить. Сейчас просмотрим. Вот здесь идет отсчет времени. Также должна появиться зеленая такая вот вкладочка, на которую мы должны нажать, чтобы нам активировать. Если же видео, опять же, недоступно, не забываем нажимать на красные вот эти буковки. Нажимаем. Мне вот стало 45 центов. Зачет. Далее. Я здесь, конечно же, рекламлю свои проекты. Значит. Так, сейчас вот письмо пришло посмотреть, пока я... Да, друзья, смотрите. Обработалась. Я выводила на Coinbase. Вывожу. И как видим, вы только что получили вот 92. Так, 95, подождите. Так, 95 920 монет. Ну, биткоин-сатошиков. Переходим на Coinbase. Как видим, у меня здесь последний был вывод 2 сентября. Сейчас я перезагружу страничку. Лишь бы только из кабинета не выбило. Но они в пединге. Вот смотрите, 19 сентября в пединге. Вот. Так, сейчас я нажму. Ну вот, 95 920 монет. Вив, ну, как бы транзакция. Так, транзакция. Так, давайте сейчас. Вот. 9.46. Комиссию взяли. Прибыла. Вот видим, да? Вот черненьким. Вот я навожу стрелочку. И черно появляется черное окошечко. 9.46. Ну, денежка. Тут нужно еще подтверждение. Но самое главное то, что уже в кабинете. Ну, на кошельке. Вот, все замечательно, платит. Так, далее, Виндрав History. И вот мои вот биткоин. Еще в пейзинге, как бы здесь я не вижу транзакции. Но, тем не менее, я вот транзакцию вам показала. Вот. И, как бы, да, видно. Так, подождите, моя транзакция, вот это нижняя, 9.45, 9.46. И вот мой номер кошелька. И вот эта нижняя транзакция, она моя. Все замечательно. Проект платит. И, как я сказала, без вложений можно начинать помаленечку раскручивать. Ну и для новичков это тоже хорошо, так как проект без вложений можно учиться приглашать. И, друзья, у нас появилась такая вот вкладочка, где, смотрите, вчера ее не было, а может я и не заметила, но вроде не было. Ну, такую вкладочку невозможно не заметить. Здесь, значит, можно задавать вопросы и общаться с админом, я так понимаю. Ну и что еще?
как я уже сказала, я здесь рекламлю свои проекты. Так, сейчас, друзья, ADD видео. Сюда мы вставляем как бы ссылочку на видео. Сюда название, друзья. Название, чтобы корректно все отображалось, название лучше через Google переводчик как-нибудь на английском языке. Потому что если мы на русском языке, я вот делала, так, где мои видео, вот посмотрите, какая вот абракадабра получается. Вот эти знак вопроса, это у меня на русском языке писала. Название вот на английском, а это вот как бы я их не стала опубликовать вот у меня, а вот следующую. Вот у меня 400 кредитов. Так как я сейчас купила 4 пакета, и вот у меня 400 кредитов, и я могу как бы рекламить свои проекты. Вот у меня рекламка уже, вот 92 просмотра из 108. Здесь, так, здесь просмотрено 166 просмотров, осталось 34. Так, здесь просмотров 46, осталось 154. И вот у меня, видите, вот этот тоже у меня на русском языке, и только вот английское как бы название осталось. А вот это, смотрите, я уже через Google переводчик делала название, и все корректно отображается как бы. Вот. И полностью. Вот мои все как бы моя рекламка. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся без вложений. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Я никого не принуждаю, не зазываю. Я просто делюсь информацией, где я зарабатываю. Ну, или я пытаюсь зарабатывать. Ну, и своими результатами, естественно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.